Здравствуйте, дорогие друзья, на канале НТВ Плюс Классика. Матч сборных Федеративной Республики Германии и Советского Союза, состоявшийся в 1978 году. Сейчас будем смотреть поединок, который был сыгран во Франкфурте в 1978 году, в праздничный день 8 марта. Состав сборной Советского Союза на ваших экранах. Первый номер Дегтярев, второй Коньков, третий Жупиков, четвертый Маховиков, пятый номер Бубнов, шестой Пригода, седьмой Буряк, восьмой номер Федоров, девятый Колотов, десятый Веремеев и одиннадцатый номер Блохин. Интересно, что немецкие комментаторы всех абсолютно представляют только лишь по фамилиям, но а Блохина уважительно представляют по имени. Дело в том, что матч отыграется уже после того, как киевская «Динамо» обыграла Баварию в матчах за Суперкубок Европы. На него не попала сборная СССР. И состав сборной ФРГ: Зепп Майер в воротах, второй номер Фокс, третий Диц, четвертый Рюсман, пятый Кальц, шестой Бонхоф, седьмой Абрамчик, восьмой Хельценбайн, девятый Фишер, десятый Флоя и одиннадцатый Румениге. Ну, здесь не столь известные футболисты. Разыгрывают с центра поля Фишер и Флоя. В Вальдштадионе, наверное, все-таки чувствует себя гораздо более комфортно. Прямо скажем, что не самый оптимальный состав у сборной команды СССР. Ну вот, первая попытка приблизиться к нашим воротам. Румениге. Хорошая передача в штрафную площадь. И Жупиков снимает практически мяч, бросает мяч, поскольку сборная Советского Союза будет подавать угловой. Ну и сейчас срывает аплодисменты. Советская сборная. Зепп Майер ошибся, и здесь Блохин готовился уже замыкать эту передачу. Многие рисовали схему сборной Германии с пятью практически нападающими. Бернда Хельценбайна и Рюдигера Абрамчика тоже считали форвардами, но это не совсем будет правильный подход. И больше в сборную он не вызывался. Блохину, естественно, уделено огромное внимание, и не только комментаторов, но и защитников сборной команды Германии. Понятно, наверное, не требует от никаких особенных комментариев. Олег Блохин, рекордсмен, наверное, по всем показателям, которые только могут быть. Единственный двукратный обладатель Еврокубка, который имеет еще вдобавок к этому еще и 8 чемпионских титулов в советском футболе. Пятикратным обладателем Кубка СССР является, двукратным обладателем Кубка Кубков, и однажды владел он Суперкубком в 1975 году. И первый матч за сборную СССР сыграл в 72-м против команды Франции, забил там два мяча. Последний матч Блохина за советскую сборную состоялся в 1988 году. Последний гол он забил в 86-м, то есть спустя 15 лет практически после своего дебюта. А вообще показатели Блохина, конечно, впечатляют. 112 матчей за сборную СССР официальных и 42 гола.
Угловой подает советская команда. Прострельная передача. Штрафную Диц выбивает оттуда мяч. Маховиков. Бурьяк. Und das war sehr gefährlich. Блохин. Блохин подает в штрафную площадь. Eine Riesenchance für die UdSSR durch Бурьяк. И Леонид Бурьяк. Леонид Бурьяк после подачи Олега Блохина наносит удар головой. Смотрим мы повтор этого момента. Вполне такая современная, я вам скажу, атака. И Бурьяк вырвался там на свободное пространство. Но до конца мяч уходит за пределы поля. Хельмут Шон на ваших экранах. Анатолий Коньков, 47 матчей за сборную СССР. 8 мячей. Мяча, естественно. Исполнял он в те годы все стандартные положения в сборной команде ФРГ. Ну, переходный период в определенном смысле слова. И в нашей команде, и в немецкой. Удар по воротам. За Дегтярева уже играют защитники там. Неплохой розыгрыш. Еще один удар, и снова защита выручает. 26 матчей за сборную СССР сыграл Владимир Веремеев. Ну вот, пожалуйста, Никита Симоняна вы видите на ваших экранах. И для него тоже это один из последних поединков за сборную Советского Союза. Далее Веремеев выйдет на поле лишь два раза против Финляндии. Талантов для сборных команд Германии. Но собственная тренерская карьера у него не сложилась. Работал в Мюнхенгладбахской Боруссии, но бесславно достаточно. Вот опасная атака. Блохин, естественно, это его скорость. Фирменная его скорость. И не удается выйти на ударную позицию Олегу Блохину. Ну или, да, как в данном случае, полузащитнику Веремееву. Удар поворотом Зеппа Майера. И вот смотрите, какой неожиданный удар. Майер упускает мяч, должен быть угловой назначен. По-моему, в последний момент Майер увидел мяч, вылетающий из-за защитников. Ну, понимаете сами, что повторы, опять-таки, тоже ограничены в те годы. Дай бог, если с общего плана один повтор дадут. Ну и вот посмотрите, как опекают Блохина. Точнее говоря, никак практически его не опекают. В метрах в трех от него Райнер Бонхоф стоит и считает, что этого будет достаточно. Подача. Зепп Майер, красавец. Хорош на выходе. Вратарь сборной ФРГ. Абрамчик на Флое. Обратный пас на Абрамчика не проходит. Веремеев поторопился немножко, но мяч у советской сборной. Блохин. Берти Фокс против него. Рюсман. Блохин вошел в штрафную площадь. Какая передача! Удар! Ну и мяч в воротах. И что же не засчитывает его судья? Ай-яй-яй. Виктор Колотов, автор гола. Ну, по всей видимости, положение вне игры было, но Блохин сделал все просто прекрасно. Дорваль. Защита не работает так, как должна. Второго тайма. Пять человек в стенке сборной СССР. Еще пятеро находятся в штрафной площади. Юрий Дегтярев на ваших экранах. Кто будет бить у команды Германии? И будет ли вообще удар? Нет, подача следует. Удар головой! Рольф Рюсман. Вот он, автор гола. Я говорил вам, что Рольф Рюсман будет одним из главных героев этого матча. 2 октября 2009 года его не стало. Это его единственный гол за сборную команду Федеративной Республики Германии. Жупиков и Маховиков у мяча, а Виктору Колотову нужна помощь. Кровь пошла, по-моему, из носа у него. Ну и вот Савелий Мышалов, легендарный врач советской сборной. Его, правда, в кадре мы сейчас не видим, потому что Савелий Алексеевич копается в чемоданчике.
подыскивая необходимые средства. Ну вот видите, в те годы еще и появлялись врачи в вполне гражданской одежде на поле. Нет, губа разбита у Виктора Колотова. Коньков опережает соперника. Блохин в штрафной площади соперника. Убирал мяч. Абрамчик. Седьмой номер. Бонхов не очень заметен во втором тайме. В первом в основном через него шли все атаки немецкой сборной. Подача в штрафную. Не поняли друг друга Александр Бубнов и Юрий Дегтярев. Как неудачно опять сыграно. Удар какой! И мяч в ворота! Клаус Фишер! Ну и что решает арбитр? Гол он не засчитывает. Это по реакции Фишера, понятно, а? Какой же удар-то, а? Могучий. У Клауса Фишера получился. А в чем проблема, интересно? Положение вне игры быть не может. Может быть, опасная игра, но, знаете, такой гол, отмените за опасные игры спустя годы. Какой красавец удар был у Клауса Фишера. Ну вот, наверное, единственное, чем он примечателен. Легко опять потерял мяч сборная СССР. Веремеев это сделал. Рюдигер Абрамчик, самый активный во втором тайме. Подача, удар головой. Румениге. Блохин. Двоих собрал. Продрался. Еще одна обводка. Ну, немецкие комментаторы посчитали, что пятерых обошел в этой ситуации Олег Блохин. На самом деле, это, наверное, многовато. Пятерых там не было, но чувствуется, что у Блохина нет хорошей поддержки в этом матче. Как... В те годы и он, и Михаил Ланн. Еще один нападающий Пахтакора привлекали в советскую сборную, но Михаил Ланн редко появлялся в ней. В итоге его карьера ограничилась двумя матчами сборной СССР, оба из которых он провел 40 минут. Колотов и Бурьяк. Я сказал это им, и советские. Угловой будет в исполнении московского ЦСКА. 13 матчей, 5 мячей за сборную Советского Союза. Кстати, в предыдущей игре против... Вот это уже серьезный момент был для того, чтобы... Сравнять счет, а? Бережной наносил удар по воротам, но прямо в руки Зеппу Майеру. Блохин. 85-я минута. Берти Фокс оправдывает вполне свое прозвище тех лет. Злобный терьер. Нарушает правила против Блохина. Олег Владимирович, по-моему, и в те годы уже определенные черты своего характера проявлял. Досталось сейчас Берти Фоксу. Шотландский судья, по-моему, махнул что-то перед матчем. Во всяком случае, иначе его эти жесты объяснить трудно, а уж подобный дефект глазомера тем более. Не в первый раз мы видим, как он пытается отогнать стенку так, как будто в подворотне на него напала собака. При этом стенка отодвигается в лучшем случае метров на 6, но далее шотландец уже не предпринимает никаких попыток что-либо изменить. Маховиков. Мяч опускался в ворота. Ну, Зепп Майер. Румениге. Ни одной замены не делает Хельмут Шон. Видимо, все его устраивает.
Ну и Клаус Фишер еще один угловой зарабатывает. Вот так. Сводит ногу Александра Бубнова. Посмотрите, как шотландский арбитр себя ведет в этой ситуации. Честно говоря, Бубнов, по-моему, поднялся от испуга в большей степени, нежели от помощи. Die Ecke wird nicht mehr ausgeführt. 1-0 schlägt die deutsche Mannschaft die UdSSR. Hier haben wir nochmal den Torschützen Rolf Rüssmann, den Mann mit der Nummer 4, der in der 46. Все, прозвучал финальный свисток. Времени не стал добавлять Джефф Гордон. Рольфа Рюсмана нам показывают крупным планом, автора единственного гола в этом матче, матча сборных ФРГ и СССР, товарищеская игре, состоявшейся во Франкфурте на Вальдштадионе.